Без преувеличения, новая точка притяжения для всех жителей города. Парк имени Льва Толстого заметно преобразился. Территорию разбили на несколько зон. Теперь здесь есть веревочный городок, скалодром и скейт-парк. Дети эти места облюбовали сразу. А взрослые гости парка тянутся поближе к зоне спортивного отдыха. Перед игрой в настольный теннис не удержался даже глава округа Дмитрий Волошин. Желающих сыграть партию много. Столы не пустуют, как и корты для игры в большой теннис. Жители обратились к нам и попросили нас добавить теннисные корты. В следующем году, в 2024, мы будем уже планировать строительство еще дополнительных площадок для кортового тенниса. На радость мамам и папам теперь в парке имени Льва Толстого есть детская площадка для самых маленьких гостей. Как дела, принцесса? Привет. Она никому руки не дает. Все. Она знает, да, сразу. Наши. И, пожалуй, самое посещаемое место – сухой фонтан. Работать он начинает в 9 утра, но уже в 8:30 здесь выстраивается целая очередь из малышей, желающих поиграть под прохладной водой. Впрочем, находиться здесь приятно не только детям. Как фонтан новый? Очень. Я вот... Все люди должны гордо сказать большое спасибо, потому что, вы посмотрите, я каждый день прихожу вот просто детей посмотреть. Здесь столько радости, здесь столько улыбок. Да, чистый позитив, согласен. Да. Гости отдыхают здесь с самого утра и до позднего вечера. Говорят, во второй половине дня парк приобретает особый шарм. Парк больше так преобразился, такой современный стиль. Такой, я скажу так, минимализм, но очень стильно и очень приятно, культурно находиться здесь. Здесь очень здорово вечером, когда идет подсветка фонтанов, такая романтика. Совсем скоро в парке завершат все работы. Реконструкция на финальной стадии. Нам осталось сделать еще две входные группы и запустить основной наш большой фонтан. Сейчас идут пусконаладочные работы, но мы скоро их уже закончим. Одним из важнейших этапов реконструкции парка является безопасность. Территорию решено оборудовать дополнительными камерами видеонаблюдения. Нина Липанова, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.